Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. 17-й день, 30 монет Одина я забираю в копилочку. Так, ну что, Беззубик, принес ты мне 100 миллионов древесины. О-хо-хо-хо, вот оно, ребята, яйцо, которое мы ищем. Но, к сожалению, оно мне не выпало. Блин, жаль, очень жаль, потому что мне придется Беззубика отправлять дальше. Вот он, видишь, ребят, эксклюзивный. Он должен быть нашим. Но так уж получилось, что не выпал он нам. 120 тусклого янтаря. Фигня какая-то на самом деле. Так, давай заберем с тобой рыбу. Везде, где только можно. Так, а древесины-то у нас с тобой завались, я так понимаю, да? Да, древесинки у нас завались. Что-то у нас с тыквой. Найти тыкву. Вот она. Так, остается 10 дней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Понятно все. Уже не успеваем. В принципе, это было и бесполезно сразу. Нет, тут надо было каждый день, ребята. Но так как я работаю, у меня нет возможности каждый день прямо вот заходить в эту игру, к сожалению. Вращаем колесо, и выпадает нам тусклый янтарь собственной персоны. Хорошо. Давай отправим его дальше в приключение. Полетел. Так, сарделька. Тут тусклый янтарь, естественно. Шесть шестеренок он подавится. Не даст ни за что. Слишком жирно, он скажет. Так, это я не могу взять. Кривоклык. Мужчины выслушивают сморкалу. Вот что-то покажи, что там дают нам. А дают нам... шестеренки? Вау. Три всего, правда. Ну да ладно. Так, давай тоже лети в приключение. Все. Ну и Грамгильда. 9 рун. Ну тут либо шестеренки, либо тусклый янтарь. 100% тебе говорю. Вряд ли нам дадут руны. И дают руны. 9 штук. Отлично, ребят. Я только за. Пускай летит в драконий край. Так уж и быть. Так, ладушки, давай, наверное, камеру немножко отдалим. Посмотрим, что у нас тут. Отказаться от выгодного предложения. Какое же оно выгодное, ребята? Что-то нам постоянно дают вот эту брошь. Я не знаю, постоянно. Напропалую. Так, что у нас тут? Буйволорд. Иди, прокачивайся дальше. Так, древесину забираем. Ты у нас тоже пойдешь дальше прокачиваться. Шепот смерти. Так, тут рыбешка. Ну ты-то в конце-то концов, блин, прокачаешься или нет у меня в титаны? Я тебя умоляю, блин. Чуть-чуть не ходит, но это как специально. Пускай летит. 85 миллионов рыбы. Я манал, ребята. Опа, 94 уровень. 11, ну что, будем его обучать за 11? Будем, конечно. 106 миллионов. Так, а у нас же рыба с тобой есть? Есть, но рыбы мало. Рыбы, к сожалению, мало. Нам не хватает с тобой, чтобы его прокачать дальше. Ладно, пускай летит. Здесь у нас как? Ну, в принципе, нормально. Пускай летит. Обучить за 5 металла. Давай, пускай тоже летит. А в академке нету места, пишут. Поэтому за древесиной лети. Спрятался там. Типа я его не вижу, да? И модификрылка. 45 миллионов рыбы. Так, ну что ты на меня уставился? Треска, тусклый янтарь. Опять на поиски. По-другому и быть не может. Так, мухоморы плюс янтарь. Тоже на поиски. Продолжает пускай поиски делать. Так, и два пака нам нужно с тобой глянуть. Бесплатный, естественно, и платный. Точнее, рекламный. Шторморез, пристеглов, шипорез. Капелька резов. Окей. И вот этот. Монетки Одина. Кревет, громобой, парящий прихвостень. Понятненько. Так, я, насколько могу понимать, у нас нет с тобой новых событий. Нету. Так что сегодня Фенрира. Эксклюзивный.
Да, хорош, Фенрир. Будем набивать с тобой просто паки элементарно. Так, тусклый инвентарь я перекарманю. Так, 5 рун. 30 конфет. Плюс еще 50. А, еще 50, окей. То есть 100 получается, да, 100 конфет. Древоруб, а ты что сидишь-то тут, грустишь? И ты грустишь. Так, ты полетишь у меня, понятное дело, за железом. Так, мы древесину с тобой потратили, видишь. И поэтому они, как говорится, могут идти спокойненько и зарабатывать. Что ты там крутишься мне? Крутится он. И ты не прячешься. И ты, как говорится, в пределе. Так, ну что, вроде бы все у нас, опять же, при работе. Все заняты. И это очень даже круто. Поставить, построить мы с тобой нового ничего не можем. Так, сладкая смерть. Зачем? Я не знаю, зачем она у меня стоит. Вообще, это сладкая смерть. Как же мне хочется домики-то. Ну, для этого нам нужно... Да, ребят, для этого нам нужно прокачать, блин, кузню. Я не знаю, как мы будем с тобой 12 драконов сотого уровня делать. Я вот ума не приложу, если честно. Это очень, ребята, много по ресурсам. Но это не просто много, это дохренище. Я серьезно говорю. Это такие суммы тут, блин, должны быть. Так, ладно, мы с тобой идем на арену. А потому что на арене у нас, как видишь, ничего, пусто у нас. Нету ничего. Надо набивать паки. Ну, сегодня набьем 2 пака вождя. 2 пака вождя. Ну и, соответственно, забьем с тобой полностью все паками. Так, что у нас здесь? Опа! Конечно. Ну-ка, давай, наверное, начнем с него. Так, хорошо. Так, это у нас... Это у нас ужасное чудовище, да? Вот чем он отличается от кривоклыка? Я никак не могу понять. Смотрю, смотрю. А расцветкой только что, если? Да? Такая расцветка у него не особо. У нас красная, а там как бы немножко такой бордовый. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет нам бордовый. Сейчас нас ушатает. А нет. Ну, скорее всего, да. Или хильнемся. Успеем, успеем хильнуться. Так, ну он-то пламенем сейчас опять будет жарить. Он неугомонный. Ну, если он пламенем жарит, то в любом случае уже он не может быть кривоклыком. Потому что кривоклык пламенем не жарит. Он максимум может укусить и пробафать. Вот все. Так, а что у нас здесь? Сарделька, пристеголовый. Ну, начнем, наверное, с пристеголового, потому что эти у нас все-таки идут как категория стражи. И их надо будет в последнюю очередь бомбить. Ну, они сейчас, конечно, начнут издеваться над кем? Конечно же, над шторморезом. Причем, блин, все. А нет, громорук не стал. А этот-то? Этот-то не упустит возможности фаербольчик зарядить. Так, нам повезло, что уклоняшка сработала. Слушай-ка. Ай-ай. Ну, гаденыш, а. Хильнемся? Такой она со своим двойным... Блин. Они все-таки ушатают. Вот сейчас сарделька бомбанет, пробьет. Тынь-тынь. На микронах, ладно, я последний свой удар вот так вот потрачу, чтобы просто уничтожить сардельку. А с громорогом мы не вдвоем справимся. Нам не обязательно здесь штормореза иметь. Сейчас он, оп, добивку сделал. Он сделал добивку, а мы с тобой так. Плюс вот так. Ну, страж, он и есть страж. Как ты видишь, урон не очень мощный. Но он почему-то не стал делать супер удар. Я не знаю, чем это связано. Мы можем вообще сделать вот так вот. И все, ребят. И приплыл кузнечик. Ничего он здесь не сделает. Он может, конечно, баф применить. Да, на себя. Но он не успевает. Так, и победа, как говорится, за нами. Двигаемся с тобой дальше. Так, а здесь у нас скалотряс. Наверное, с него начнем. Со скалотряса, потом уже с водореза. Блин, какие же у него мощные все-таки атаки, а. Да и у сардельки тоже не кислые. Йоу. Да, бомбашит не по-детски. Чего уж тут говорить. Так, добьешь у меня, родной? Так, ну что, минус один, хотя бы так.
Ой-ой-ой, сейчас кому-то влетит. Понятно. Но здесь, судя по всему, фейл нам светит. Вот что я тебе хочу сказать. Хила лишились. Да. Обалденно. Лучше, блин, и не придумаешь. Так, фиол. Нам надо вот так, наверное, сделать все-таки. Лучше. Хотя, если это можно назвать лучше. Давай бомби свою куриша. Чего, блин, ты... Ты смотри, что он творит, а. Ой, жучара навозный. Ну, такими темпами понятно. Ну, ушатал. Только у него слепоты нет. Он сейчас два удара по мне даст. Еще с пониженной броней. Ребята, я распластался. Фейл. Так, ну что, ребята, первый пак вождя мы с вами заработали. Шторморез, древоруб, шепот смерти, ужасное чудовище и шипорез. Так, прихвости. Барс и вепрь. Две карточки. Так, ну что, пока только два мы с тобой набили, да? Третье испытание мы провалили. Ну что ж, поехали дальше. За вторым паком вождя и еще один пак нам нужно с тобой набить. Кто там у нас? Что за охламоны? Ну-ка покажите мне, пожалуйста. Покажите мне их в глаза. Опять ёк-макарёк, этот пройдоха здесь. Бесит он, когда вот он в такой вот команде просто раздражает. Ну серьезно тебе. Опять же, до него в последнюю очередь мы дойдем. О, хорошо. Не попал. Это уже плюс. Блин, Барси, конечно, страдает от сардельки. Причем по-черному. О, пошло-поехало. Давай, наверное, так сделаем. Поехали. Будем прожимать штормореза вражеского. Еще атака. Так, он понижение опять будет сейчас делать. 100%. Ну, конечно же. Без этого жить просто не может. Ну что, сарделька, ты осталась одна. Я думаю, здесь тебе уже ничего не светит. Атака, конечно, по ней такая мизерная получается. Хильнемся. Укус. Двойнуха. Ну, в принципе, мы сейчас сделаем понижение брони. И там уже будет добивка. А, сразу добивка. Вот и все. Так, а здесь у нас костолом. Барсик и опять же водорез. Тогда начнем, наверное, с водореза. Барсик, в принципе, не страшен нам с своими двумя атаками. У него же нет фаербола, ведь так? Так. Поэтому водореза шмокаем, потом... Потом Барсика. Нет, потом, наверное... Нет, Барсика все-таки, да. Промахнулся второй атакой, он промахнулся. Петь музло куда-то исчезло. Опа! А я думал, сейчас будет разбег почему-то делать, ребята, а он не стал. Что ему помешало? Непонятно, сейчас он ушатает. Ушатают, конечно же. Нам хил здесь не обязательно. А вот сейчас будет разбег, да? А почему он не делает? Что с тобой не так, а, костолом? По идее, ты должен был делать разбег. Может, сейчас? Может, у тебя не... Может быть, у него нет разбега? У этого костолома есть? Или он просто огнем бомбит? Вот не помню я, хоть убей. А, разбег, по-моему, у стража. А у дамагера, по-моему, фаербол. Но это уже не имеет значения, потому что ему крышка. Так, очередной поединок. И нам нужно с тобой, наверное, парящего прихвостня. От него избавляемся в первую очередь. Даже несмотря на то, что этот у нас бомбит, оглушает. Этот все-таки с массовой атакой. Как бы не особо хотелось бы поджариться от его огонька. Так что сейчас я попробую его ушоркать. А, промахнулся. Это плюсик к нам идет. Сарделька в своем репертуаре. Добиваем? Отлично. Ну что? О, промашки за промашками. Как же это прекрасно. Как же это меня радует, а? Когда так все происходит. Давай, Барсик. Сарделька, что делать? Ну ничего, просто атаку. Ага. Мы хиляемся. И продолжаем бомбить сардельку. Сарделька здесь одна уже ничего не сделает. Даже если она там хильнется, это ничего страшного. Нет, хиляться не стало.
Ну тогда все, кранты. Добиваем, отлично. Ну вот и последний пак вождя, друзья мои. Открываем. Душитель, громобой, шторморез, древоруб, вострозуб, сарделька и тройной удар. Чемпион. Ну и как видишь, в этот раз нам не повезло. Обычные паки. Даже последний выпал обычным тоже. Так, ну что, заберем с тобой награду. 10 рун. Так, если мы с тобой возьмем древесину, вот так вот, то мы заберем еще конфетки, да, с тобой? Как-то так. Ну и все, друзья мои, больше нам пока здесь делать-то и нечего. Хотя, ага, поставим-ка с тобой на обменчик. И все. И будем закругляться. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.